Глава Симбирской митрополии праздник Преображения Господня встретил в главном храме Меликесской епархии – Преображенском соборе города Димитровграда. Здесь владыка Анастасий возглавил праздничную литургию, поздравил прихожан с престольным торжеством и десятилетием кафедрального храма. Сегодня в главный храм города Атомщиков, как еще называют Димитровград, жители потянулись с самого утра. Кто с яблоками осветить урожай, кто-то без, но с главной целью – помолиться за праздничной литургией. Для всех местных жителей, кто имеет хоть какое-то представление о православной вере, этот день особенный. Но это же праздник нашего собора. Это же престольный праздник нашего града. Это храм Божий, который стоит в центре, в середине нашего города, который воздвигался трудами всего народа, всех православных. Тут же невозможно перечислить всех людей, которые сегодня вложил свои труды, свои средства, свою душу, для того, чтобы этот собор поднялся здесь. Ну и какое величавое название несет Преображение. В этом году Преображенскому собору Димитровграда 10 лет. Праздничную литургию возглавил архипастырь, митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Десять лет для храма – небольшой срок, но для местных прихожан это целая жизнь. Многие начали свой путь к Богу, придя однажды именно сюда, под эти своды. И на ступенях этого храма началось их преображение. Ну, это моя жизнь, это мой дом. У меня здесь духовный отец, я не знаю, всех люблю, как одна большая семья здесь все. В завершении литургии архипастырь поздравил всех собравшихся с праздником Преображения Господня. И, вспомнив события священной истории о горе Фавор, вспомнил и тех, кто ждал Иисуса с апостолами внизу, у ее подножия. Тех, кто усомнился в Христе. Господь скорбит о нашем нерадении, Он скорбит о том, что мы не верим. Но самое главное, Господь хочет от нас, чтобы мы однажды, зажегши свет фаворский огонек в своем сердце, просветились этим светом и жили для вечности, жили для созидания Царства Божьего. По случаю памятной даты и на молитвенную память архипастырь преподнес Преображенскому приходу образ Спаса Нерукотворного. Владыка Диодор поблагодарил митрополита Анастасия, епископа Филарета, за совместную молитву и сказал добрые слова в адрес благотворителя Сергея Михайлина. Мне очень приятно помянуть его святое имя вот именно в день этого торжества. Храм этот его трудами и молитвами стоит уже 10 лет. Затем праздник продолжили народные гуляния, в ходе которых владыка Анастасий еще раз поздравил горожан с двойным праздником и подчеркнул, что храм – это то место, где каждый может услышать глас Божий в своем сердце. Ну вот сейчас, слава Богу, трудами и усердием верующих людей этот храм стоит и помогает нам в деле нашего спасения. Храм – это наш фавор, куда мы мысленно восходим со своими нуждами и горестями. Но в храм Божий надо нести свое сердце. А еще в храм нужно нести свою радость и благодарность за то, что Господь не оставляет нас, живущих на этой земле. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.